В Рязани прошел творческий вечер популярного артиста театра и кино из Санкт-Петербурга Олега Алмазова. На счету киноактера десятки ярких ролей. Особую известность ему принесла роль майора Котова в фильме Александра Котта «Обратная сторона Луны». Олег Алмазов стал почетным гостем кинофестиваля имени Гриши Панфилова и выступил на сцене в необычном амплуа режиссера и исполнителя собственных песен. Зрители увидели его короткометражный художественный фильм «Рубер» о таксисте, переживающем в своей жизни нелегкие времена. А потом Олег Владимирович исполнил несколько песен, в том числе и ту, что вошла в фильм в качестве основной музыкальной темы «Забей». Дорогие мои рязанские ведомости, помните, что ведомости, они уведомляют. И пускай они уведомляют вас только о всех разных хороших вещах в жизни, потому что плохого и так достаточно. Я вам могу сказать, что я предпочитаю даже иногда, как страус, прятать голову в песок и не смотреть на все это плохое, потому что иначе невозможно. Улыбайтесь, дарите другу счастье и помните о том, что только счастливый человек может подарить свое счастье какому-то другому человеку. Поэтому если вы несчастливы, то вы миру ничего не можете дать. Там внутри должно что-то у вас быть, как у меня вот сейчас есть, и я этим с вами делюсь. А вы возьмите себе эту искорку и дальше ее передайте. И будет уже не один человек счастливый, а 2, 3, 200 тысяч и так далее. Это работает, правда. Поэтому попробуйте просто. Удачи вам.